номером один. Второй – Миша Бречко. Четвертый – Марио Шулер. Пятый – Боштян Цезар. Восьмой – Роберт Корен. Капитан команды – десятый – Вальтер Бирса. Одиннадцатый – Малевой Новакович. Тринадцатый – Боян Йокич. Четырнадцатый – Златко Дедич. Семнадцатый – Андраш Кирм. И восемнадцатый – я уже говорил, хороший наш знакомый Александр Радосавлевич. Предположение. И вот одно из основных, наверное, что все-таки вот сегодняшняя встреча, она плюс ко всему еще будет, знаете, сдобрена смута. Что он и сделал? И Самир Ханданович, голкипер Удинезе, здорово просто Бельхадж. Вот посмотрите, левой подкрутил мяч. Греческого АЭКа, нежели Карима Матмура. Дедич на ваших. Может возникнуть опасная атака. Стенка. Кирм подает. Нет, ну для Шауши с его хорошим футбольным вратарским таким Ронга. А племена Цонга — это как раз вот те самые племена, которые проживали и проживают здесь, на территории провинции Лимпопо. То ли Хамдамович так его напугал своим двухметровым ростом. Вальтер Бирса. Очень опасный. Такой резкий. Резкий и резанный удар. В своем роде, знаете, такая диковинка, я бы сказал. Он играет в Польше. Он играет за клуб Висла. Ну, хорошо играет. Наверное, навес, да. А остановить не удалось. Не удалось. Словенцев сейчас мяч держится побольше. 52% времени. Но вот как-то не создается такого впечатления, вы знаете, ощущение. Да, здесь очень опасно, вы знаете, так. Хорошее развитие атаки. Так, ну теперь надо попробовать с левого фланга. Успел сейчас Миша Бречко. Сезон 2004 года в Шинник вернулся, отыграл до 2007, потом еще три сезона в Томи. 2007, наверное, с Александром Кульчием, когда играл Радосавлевич. Его из аренды, кстати, Олег Долматов вернул. Вот он сейчас решил ответить так Бельхаджу, ну и получил желтую. Очень опасный навес, а вот здесь... Здесь не разобрались сами футболисты сборной команды Алжира. Момент-то был шикарный. Там мяч оказался сразу между... Кек об этом говорил, и Дедич об... Дотянулся. Хороший навес! Ох, какой момент сейчас был! Рафик Халиш! Смотрите, как здорово он сыграл на опережение. Но потерял, просто потерял. Сборная Алжира сделал передачу на Шулера. Шулер длинным набирает по левому флангу. Перевод мяча направо, там Кадир. Что дальше? А дальше удары довольно опасны. 13 номер бил Матмур. Очень хорошая левая нога у... Надира Бельхаджа. Но все-таки согласитесь, дорогие друзья, что... Ох, какой момент! Вот это первый! Вот это первый опасный момент, действительно, за счет неожиданного решения Вальтер Бирса. Десятый номер. Ну, мяч летел в том створе, где находился голкипер, но тем не менее. Успел Шауши. Яхья.
Восьмой номер. Роберт Корин, капитан команды. Понравилось Вальтеру Бирсе. Прошел при преимуществе сборной команды Алжира. Может быть, цифры нам скажут о том, что владение мячом было равным. Или же даже игру. В общем, атака сборной команды Алжира развивалась. И упустил он момент, когда Джебур так не по-спортивному явно совершенно наносил удар плечом в область шеи. Те старались гораздо более разнообразно действовать и в атаке, и фланги задействовали, причем с очень хорошим подключением мячом. Низом делал передачу. Вот по первым минутам второго тайма, вы знаете, наметилась такая активизация действий со стороны игроков сборной команды Словении. Бречко, защитник. Хороший момент какой! И вновь Джебур. У Джебура проблемы с обработкой мяча, несомненно. Да, конечно, там довольно плотно с ним играл Марко Шулер. Но мы вперед. И все. И уже оказался на полметра впереди. Зиани на ваших экранах. Вступил в работу. Ну, как... До 2012 года у него контракт с Гентом. Играет. Одел спасительную кепочку. Джебура. Что Джебур придумает? Но предложений-то нет от партнеров. Ебда. Ну, если бы Хамдановичу можно было забивать такие голы, его фамилия была бы Грин. Реальное преимущество у футболистов сборной Словении. Нарушение правил, конечно. Вот здесь можно и желтую карточку схлопотать за удар после свистка. Ну, родной брат и тоже вратарь. Клиентской кухни. Вкуснейшего на всем Апеннинском полуострове мороженого и так далее, и так далее. Но по большому счету все-таки город студентов и футбола. Ну вот и сразу Роберт Корен, капитан сборной Словении, мяч подобрал. Вот момент хороший для атаки. Да. Андраш Кирм, игрок польской Вислы и Мести. Он хотел закрутить мяч в дальний угол, в обвод вратаря. Но в данном случае от желания до реализации, мнению, мы с вами наблюдаем. Удар издали. Бил поворотом Роберт Корен. Капитан сборной команды Словении Роберт Корен. Бирса. Хорошая передача. И как же здорово сыграл Бугера. Бельхадж. Да, выход, вы знаете, выход Любянкича значительно обострил игру впереди. Нет, здесь спокойно. Кадир. Но я уже говорил, что в момент разминки некоторые болельщики сборной команды Алжира выбежали на поле. Может быть, это один из них. Александр Радосавлевич на ваших экранах. Попали ему тут в голову. Держится за лицо. Давайте посмотрим. Матмур. Зиани навешивает. Абделькадер Гезаль бил поворотом. Может, не стоило голову поливать водой вот в предыдущем эпизоде? Кир. Навес. И вновь Гезаль. Надир Бельхадж. Диего Армандо Марадона аплодирует. А арбитр Карлос Альберто Батрес показывает желтую карточку.
Уж очень Абдулькадер Гезаль. Тхадж. На широком таком шаге. Да, Матмур сейчас единственный. Какой момент! Да! Хамдамович сейчас, наверное, все сказал своим защитникам. Стало, видимо, для словенцев и для алжирцев. Ой, какой гол! Ну вот, пожалуйста. Накаркал, что называется. Сборная команда Словении забивает гол. И сборная команда Словении забивает гол в ворота команды Алжира. И Фаус Шауши допускает грубейшую ошибку. Роберт Корен, посмотрите, ну не сильный удар. И как же... Ну во дворах так мяч не ловят. Как будто авоська у него была в руках. Вот посмотрите, ну что ж ты делаешь, милый? Как по-детски выходил на эту передачу, на этот удар голкипер сборной команды Алжира. Фауза Шауши. Ну, не научили его падать за мячом. Хотя, в общем, мы с вами видели, что на выходах Адлен Гедура. Ну, еще один полумомент. 3-3. По угловым. Желтая карточка-то последует совершенно однозначно. Вышедший на поле 20-й. Ну что, закончилась эта встреча. Закончилась со счетом 1-0 в пользу сборной команды Словении, которая становится лидером в своей группе.